Ребята, всем привет! Я рада приветствовать вас на своем YouTube-канале «Пушистый биткоин», который посвящен ICO, стартапам и баунти. Около 2 недель назад я снимала видеообзорчик на такой проект под названием «Storm Market». И сегодня хочу записать для вас второй видеообзор, в котором, в принципе, информации о проекте будет немного, но в нем я рассмотрю все необходимые документы, которые могут быть вам полезны. Итак, если вы не смотрели мой первый видеообзор, то рекомендую вам его посмотреть, так как там будет находиться именно вся конкретная информация по проекту. Итак, для начала я скажу, что краудсейл заканчивается уже через 8 дней. На данный момент у нас собрано 66 тысяч эфириума. Кто смотрел мой первый видеообзор, там до окончания краудсейла оставалось 23 дня, и сбор составлял 65 тысяч эфириума. То есть, в принципе, прогресс небольшой. Я думала, что будет больше. Хардкап составлял у нас, по-моему, 120 тысяч эфириума. То есть, ну, в принципе, половина уже собрана, я думаю, неплохо. Думаю, вы со мной согласитесь. Так, один эфириум у нас приравнивается практически к 27 тысячам токенов шторма. Здесь мы можем видеть распределение токенов. Ну и, в принципе, здесь вот предлагаются у нас подписаться на основные соцсети. Такие, как, например, вот Facebook и Twitter. В Твиттере уже насчитывается более 6 тысяч читателей, то есть, видите, люди интересуются, здесь вот все ссылочки сразу есть. Я рекомендую вам подписаться, так как здесь вы найдете всю свежую информацию, будете в курсе всех новостей и событий. Здесь у нас предлагаются все обновления, люди пишут свои отзывы, вы также можете писать свои посты о данном проекте. В Фейсбуке тоже самое, в принципе, посты, как и в Твиттере, но как бы бывают и различия. Напомню вам, что Storm Market позволяет нам зарабатывать тем, что мы будем играть в микрозадания, допустим, выполнять какие-то задания и за это получать свою прибыль. То есть можно зарабатывать где бы мы ни находились и в любое время с любых устройств. Здесь вот представлены все партнеры. Как бы, в принципе, проект облегчает участникам поиски способов заработка, участия и продвижения с нашей платформой игровых микрозаданий. То есть за всю свою работу вы будете получать токены Storm, что как бы является актуальным для многих людей, так как многие сейчас находятся в поисках работы, тем более такой вот простой работы. Я думаю, вам будет это интересно. Вы можете играть, чтобы зарабатывать, покупать, чтобы зарабатывать, и выполнять действия, чтобы зарабатывать. Здесь вот предоставлен такой видеообзорчик. Очень интересный, рекомендую вам с ним ознакомиться. Давайте с вами его просмотрим. Выглядит он вот как такая небольшая презентация. Здесь основатель рассказывает о преимуществах проекта. Как бы показывает, как все это будет работать. Я так пролистаю, потом уже каждый для себя сам посмотрит, я думаю. Интересно довольно-таки сделан, все понятно. В общем-то, рекомендую вам ознакомиться. Проект может решить глобальную потребность в работе для более чем 4 миллиардов человек. И продолжается, конечно же, рост для фрилансеров по всему миру. Здесь вот также представлена такая табличка преимуществ Storm Market в отличие от его конкурентов. Кто будет использовать Storm Market? Это участники, рекламодатели, игровые платформы, также компании машинного обучения и кадровые специалисты. Storm Market будет продолжать развитие сети через рост своих пользователей. Команда, в принципе, у проекта сильная, так что я надеюсь, дальнейший рост, как бы он сейчас уже является неплохим, то что собрано более половины средств. Надеюсь, дальнейший рост будет таким же успешным. Здесь вот также партнерские отношения с Банкором.
что также является очень хорошим показателем. И вот как раз-таки представлены консультанты у нас, вся команда. Здесь можно со всеми ознакомиться, если вам будет это интересно. И тут же, опять же, все ссылки на все соцсети. Также в описании под видео я приведу ссылку на официальную ветку на Bitcoin Talk. Здесь все также ссылки есть. Веб-сайт, Slack, блог, white paper, Facebook, Twitter. И здесь тоже написана вот информация. В принципе, она как и на сайте вся. Я надеюсь, в скором времени появится перевод на русский язык, и вам будет более удобно ознакомиться с этой информацией. Также вы можете получить токены Шторма за участие в определенных компаниях. Для этого существует баунти-компания проекта. Вы, например, можете участвовать в Твиттере, там лайкать, репостить записи проекта и получать за это свои токены. Вот в этой ссылочке вся информация. Ее я тоже предоставлю вам под видео. Ну что, ребят, на этом, в принципе, все. Напоминаю вам, что краудсейл заканчивается уже через 8 дней. У вас еще есть время, чтобы проинвестировать в данный проект. Ознакомьтесь, ищите информацию, смотрите мои обзоры. Но помните, что все ваши инвестиции происходят, конечно же, на ваше усмотрение. И только вы решаете, стоит вам инвестировать, либо же нет. Ну, на этом все. Всем спасибо за внимание. Если вам понравилось данное видео, ставьте свои лайки, подписывайтесь на канал, пишите свое мнение о моем канале, о моих обзорах и так далее. Всем хороших заработков, удачных инвестиций. Всем пока!